Но для кого-то головной болью стало не отопление, а годами нерешаемые проблемы в Красноярске. Новости ТВК открыли свою интернет-книгу жалоб в социальной сети ВКонтакте. Красноярцы уже несколько недель отправляют туда фотографии с городскими проблемами. Сегодня Юлия Мавшович проехалась по адресам и передала фотографии в мэрию. Когда чиновники обещают навести порядок там, где без преувеличения страшно жить и ходить. Вы все это внимательно посмотрите, все внимательно снимите. Ближе подойдите к этому зданию, посмотрите, как Фу! Это делается. Там, простите меня, что, фекалии? Этот двор находится в двух остановках от мэрии и нескольких кварталах от департамента городского хозяйства. Но чиновники, проезжая по центру, не увидят, как живут и чем дышат жители этого барака. Всех прелестей двора на Карла Маркса 32 мы тоже не можем показать. По этическим причинам. От запаха септика начинает мутнеть в глазах. Я откуда тебя подсниму? Ты мне только уже... зайди туда сама. Это туалет. Цивилизованный туалет. Матерь Божья. То есть вот это септик с остальных квартир? Да, да, да. Вот то, на чем вы сейчас стоите, вы можете быть уверены, что у каждого человека есть паразиты. И все это здесь в одном месте. Это центр Красноярска. Не добившись внимания от коммунальщиков, эту фотографию люди разместили в группе новостей ТВК в разделе «Снимаем боль Красноярска». Сюда же выложили дизайнерский проект пенсионерки Галины Назаровой с улицы Комбайностроителей, 26. Вот это была столешница, вот вон там стояла. Я все это подошла и все это поставила. Вчера обещали привезти асфальт. А сегодня уже вторник. В ожидании чуда и жители улицы Свободная, 5Б, чьи дети, судя по комментариям, водят хороводы вокруг сгоревшей машины. А на 9 мая 45 двор облагородили. Только смотреть на это больно, сообщает Юлия. Конструкцию непонятно как закрепили, штурвал от корабля отвалился и торчит голый штырь. Конец цитаты. Еще одна болевая точка на проспекте Красноярский рабочий 115А. Весь этот мусор сюда стаскивает одна женщина. Да никто не убирает, кто убирает? Все ее боятся? Все боятся. Но вам самому-то не больно на это смотреть? Ну, больно как же, это же крысы плодятся. Пожаловались красноярцы на провальный сезон дорожных работ, на разбитую проезжую часть УКНД, где по ямам все ездят будто пьяные. Папку с адресами сегодня мы и распечатали и передали в департамент городского хозяйства. Пускай теперь это будет их головная боль. Каждому обращению, ну и разные сроки. Они все будут рассмотрены и переданы для исполнения. Через месяц мы проверим, как удалось разрешить наболевшие проблемы Красноярска. А вам предлагаем заходить в нашу группу ВКонтакте и делиться своими наболевшими проблемами в разделе «Снимаем боль Красноярска». Оставляйте там комментарии, адреса и фотографии. Юлия Мавшуч, Владимир Антонов, Новости ТВК.